Очень сытная, ароматная и вкусная гороховая каша с грибами в домашних условиях – отличная идея для семейного обеда или ужина. Попробуйте, и вам обязательно понравится. 1. Первым делом хотелось бы обратить внимание на то, что горох лучше всего предварительно залить водой и оставить на ночь. Дальше воду сливаете, заливаете новой из соотношения примерно 1-2 и ставите на огонь. Альтернативный вариант, как приготовить гороховую кашу с грибами, это использование мультиварки или скороварки. Благодаря технике можно сэкономить довольно много времени. 2. Пока горох варится, можно заняться грибами. Для начала очистите и нарежьте маленькими кубиками луковицу. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписывайтесь и ставьте лайки. Какие продукты будут нужны? Горох 1 стакан, луковица 1-2 штук, грибы 200 грамм, соль по вкусу, перец по вкусу, чеснок по вкусу, зелень по вкусу, пряности по вкусу, растительное масло 50 мл, количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Еще увидимся.